Я милого. И это абсолютно новое прочтение песни, за что вам большое спасибо. Мы ее взяли, потом испугались, потом подумали, а потом уже оставалось мало дней. А давай рискнем. А зачем я вас, мой родник? Мне изначально нравилась эта песня, потому что мне очень хотелось, чтобы зритель увидел Зару вот именно вот в таком вот обличении. То, что он сделал с Зарой, не удалось, мне кажется, сделать никому. Он ее расшевелил, растормошил. Она перестала плакать. Меня такой не видели ни родители, ни близкие. Всю песню ждала все-таки вот этого коронного движения, которое просто, ну, с моими скромными габаритами как бы ко мне точно не относится. А можно на бис вот это вот потрясающее цыганское движение. Вау! Чисто конкретно, изумительно. Я в восторге. А Зара еще раскрыла больше свой талант. Будешь... А скажу. А богатый будешь, счастливый будешь. Я поняла, что нужно не бояться меняться. Конечно, нас немножко испугало поведение Зары, когда у нее поднялась рука на живого человека, и она практически пошла на мокруху. Чудом под нос спас. Недалек тот день, когда она может оружие против жюри направить. Поэтому 10 баллов. Да. Один из поводов прийти сюда был увидеть Певцова вблизи. Я являюсь после предыдущих программ его поклонником. Благодарна своему педагогу по актерскому мастерству Дмитрию Анатольевичу Певцову. Хорошо, что он не пришел. Здорово. Сегодня я Дмитрия пригласила именно сюда, потому что это место, фабричная это девчонка. Здание. Значит, вот мне свободный. Очень много. Академия театрального искусства. Здесь я училась. Вообще институт такая сладкая вещь. Наши актерские какие-то сцены получаются именно потому, что у меня есть актерское образование. Здравствуйте. Вау. Это была наша мастерская. Здесь мы репетировали. Здесь всех любят. Всем сопереживают, потому что все мы выбираем очень непростую профессию. Которая прямо вот сюда, вот наверх. Да, это была наша гримерка. Вот да? Ну там твой твоя афиша везде. Я здесь в театре на Маховой, значит, участвовал, записывались мы в передаче. И я сижу в гримерке и вдруг вижу афишу Зары. Очень приятно было увидеть свой плакат, причем единственный. Снимать 2002 год. Она еще такая какая-то совсем юная. Кудрявая. И на самом деле очень я была тронута, увидев этот плакат. Я так порадовался, но это удивительно, как вроде как приезжая в Питер, а бац, и тут же она присутствует. Было приятно.